Всем привет, дорогие друзья, с вами Демон Крафт, и это новый выпуск по голосам в Audacity. Извиняюсь, что так долго не было ролика, все это связано с тем, что у меня поджимает школа, и снимать становится все проблематичней. Хочу сказать, что в конце марта начнутся съемки SST, так что скоро ждите. Спасибо всем тем, кто оставлял положительные комментарии. А сегодня у нас голос Клинкса из Dota 2 и голос Никса Ассасина все из той же Dota 2. Но не будем тянуть время, начнем. Итак, первый у нас Клинкс. Для начала запишем голос. I am Клинкс. Where goes my eye? Goes my arrow. First blood. I am on fire. Отлично, теперь выделим дорожку и сделаем два дубликата. Теперь мы приближаем начало и удаляем маленький кусочек со второй и третьей дорожки. Теперь выделяем вторую дорожку, заходим в эффекты, смена высоты тона и ставим 5. Первая дорожка, смена высоты тона 1. Теперь третья дорожка, эффекта, смена высоты тона и ставим минус 9. Окей. Теперь эффекты, Paul Strange и здесь ставим 1. Окей. Теперь выделяем все три дорожки, заходим в эффекты, реверб и выбираем первый пресет. Окей. Все, теперь можно послушать. I am Clinks. Where goes my eye? Goes my arrow. First blood. I am on fire. Отлично, теперь у нас Никс Ассасин. Никс Ассасин. 5 целей помечены. Моя цель ясна, мои враги обречены. Итак, вот мы записали дорожку. Для начала приблизим и отрежем небольшой кусочек на второй и третьей дорожке. И такой же маленький кусочек отрежем на третьей. Теперь выделяем вторую и третью дорожку. Заходим в эффекты, смена высоты тона. И ставим минус 4. Теперь выделяем последнюю дорожку и повторяем эффект. Теперь громкость на первой дорожке ставим минус 2. Все, теперь можно послушать. Никс Ассасин. 5 целей помечены. Моя цель ясна. Мои враги обречены. А на этом все. Если вам понравился ролик, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, а также предлагайте свои голоса, чей голос мне сделать в следующем ролике. И просьба не предлагать голоса, в которых нет эффектов. Если вы слышите, что это озвучивает обычный человек, не пишите, потому что это я не смогу повторить. Потому что это физически невозможно. Ладно, всем пока. Это яйцо. Его не надо охранять. Вот так вот берем.